Всем привет, друзья, с вами снова Викс. Продолжаю тут выращивать свой караван, наращивать людьми. Пока что у меня 5 рыл и одна пони. Вот, нужно еще коняшку покупать и лучника по-любому. Ну и почему-то два... Может, оно вообще выгнать какого-нибудь? Не знаю, не прокачано, не хотелось бы выгонять сейчас. Двух лучников какой-нибудь нанять. Так, что, в прошлой серии я нашел какой-то этот самый... Как он называет? Какую-то гробницу там. Что-то побегал туда-сюда, пойди сюда. Скрафтил лекарств много. Ну, еды немножко прикупил. Вот, ну такое, в общем, по мелочи. Сейчас что нужно, так это взять задание. Какое-нибудь, а лучше два. Хороших. И средние вот это вот крыс каких-то давайте. Наши земли страдают, на них устроили крысиное логово. Шли пронзительные крики и копошение. Ой, где это вообще? А, ну тут вот можно сходить. 160 средние. Крысок убить. Почему бы и нет, собственно. Так, помимо крыс, еще тут задание какое-нибудь взять бы. Что тут есть? Но это я не могу торговать. Мархейм. А, Мархейм. Ну, слушай, можно взять как-то это. Нет, вот эти-то сюда. А крысы направо. Ну, давайте вот это еще. Убить Dark Honor с отрядом. Легкий. О, это вообще изи. Можно сходить сразу его убить. Так, ну, собственно, пойду-ка я, наверное, убью этого самого петуха. Так, только мне надо вернуться сюда, да? Так, а вот какой-то караванчик. Чего вы, пацаны, продаете, покупаете? Что у вас есть вообще? Так, это капуста... Кстати, я покупал это за одну, за три. Какая-то куропатка. Не, не пойдет. Так, погнали, в общем. Так, это лесопилка. О, еще дерево есть. А что тут? А, выучить можно что-то. Можно кузню. Броня, может железный щит выучить. Ног. Бросок ножа. Вот этими топор. Вот этими серп. 5%. Либо тут, наверное, тут сначала что-то надо учить. Ловкие руки. Школа подозрений снижается на 10%. О, каннибализм. Может поедать трупы людей. О! Буду жрать людей. На чище делать. Так что ко мне не подходи, там что-то такое растет, интересно. Так, что-то я не туда пошел. Стопы. Где-то тут, что ли? А, это бандиты же, их надо просто найти и убить. Вот это, наверное, они есть, да? Сейчас их заставлю врасплох и убью сражаться. А, у меня все, розыск, кстати, упал. Отлично, ну теперь я свободный человек, могу воровать. Так, что тут? Три петушары. Не сильно, не шибко сильные. Это хорошо. Давайте я поближе подойду. Чтобы можно было им сразу втащить всем. Все, нормально? Нормально. Так, значит что? Кто ходит первый? Ты с топором. Ну, он какой-то такой сильный, смотрю. Подходим. И лупим его. Ну, нахрен, ублюдок. Так, ну и все, пожалуй. Так, вот этот вот хорошо сейчас зайдет.
со скилла. Вот так вот. Сразу двоих. Ну-ка ловите, пацаны, на пасик. И со скилла еще его. Опа. И подайте. Конечно, не так надо было, ну ладно. Ух ты. Силен, силен. Так, дальше кто? Вот этот будет бить. Я тоже силен, поэтому мы его сейчас подловим. Чтобы он бил по этому чуваку. Опа. Получил. Ну, пока не буду. Так. Не подойду сейчас ему, секану. Так, и надо сменить позицию, наверное. Раз, два, три, четыре. У меня четыре? А, ну и все понятно, да. Ох ты ж, ёпта, высота. Хрупкость. Уносит цели 6-12 урона. Нормас, пацану зашло. Это не получится. Хорош. Так. 9-18 урона. Нихрена себе. Хорош. Вот это. Ваши соперники палят духом и бегут. Да, хочу победить их. А, блин, надо было это. Не то. Ну ладно. Так, чинить. Чинить, забрать. Продолжить. Так, ну я тебе свободу, человек, да? Ну нужно все же сохраниться. Так, я сохранился. Я молодец. Так, тебе уже могу забрать какие-то деревья или что это такое. Сейчас уже нужно, наверное, будет отдыхать. Ой, могу вернуться в город. Либо пойти на крыс. А, город все равно тут недалеко, так что в город вернусь, сразу дам задание. Так, деньги не помешают. Забрать награду. Кстати, может, что есть у нее еще легкий. Следующий контракт через 14 часов. Средний, тяжелый, не, пока не будем. Нормально, 400 бабла. Так, ну что, могу выдвигаться дальше. Так, а что у нас можно купить, пацаны? Пацан трэш, что можно купить? Так, а, это швы. Чё, дороговато, 6. Не, сейчас я крыс набью. Кстати, у меня там, наверное, веса много. Ну да. Ну, такой, ладно, сейчас они все равно пока дойдут. Жрать захотят. Оружие какое-нибудь. Мне нужно цветочек собирать на лечение. На хилке. Так, у вас что? У вас есть какой-то порох 8. Крючок 9. Кстати, а вот эта штука стоит 7. Крюк. Что это? Зачем этот крюк нужен? Не знаю. Если лекарство 20. За 20 могу продать. За 3 не. Это бы в другой город куда-нибудь пойти. Так, там видел деревья лежат, но не буду брать. Надо крысок убить. А что там сразу это? Ну, пока деньгами лучше не раскидываться. Так, ну я думаю, тут можно заночевать. Раз чуваки устали. Во, можно вот так, вот так. Вообще вот так. И вот так, не.
Что-то на единицу есть вообще? А, во. Все. Идеально. Так, ваши спутники набрались опыта. Так, заплатить. Так, что такое? Что ты хочешь? Еще немного постараться и добиться славы. Ага. Так, получен опыта, получен 200. О. Чуть плюс 50 близким спутникам. Ну окей. Так, на выход. Так, мне сюда не надо. Так, вот что есть. За 4 можно купить еда 1. А, ну это типа L. Вот такое, сомнительно. Еда 4 за 6. А тут сколько еда 4? Оно за 4 покупал. Не, не надо. Погнали дальше. Сейчас нужно где-то крыс найти и отхреначить. Так, а у вас что? Крючки, какая-то зубная паста. Дерево. Что можете купить за 20? Нет. Так, ладно, нам нужно с крысами повоевать. Они где-то тут. Так, сохраняюсь. Не пойду искать крыс. Так, сейвик. Крысы где-то тут, да? Вон логово крыс нашел. Пойду захерачу их. Так, 160 голды. Окей, окей, окей. Давайте-ка, давайте. Завалим крыску. Так, что тут есть? Солнце садится. Так, где бы нам лучше обороняться? Мне кажется, вот здесь будет оптимально в обороне стоять и валить эту свиноматку. Поэтому... А, ну все, ты можешь типа... Под... А, не-не-не. Где этот самый? Во. Вот так вот. Всего только этих две захватываю. Это тоже неплохо. И минус нул. И на берсерке. А, ну и все тут. Крысы, ничего себе. Так, ну и все, по-моему, да? А, не, можно отойти сюда, чтобы не перекрыть подходы. Все. Да пофиг. Так. А, не-не-не. Следующий вот ты, наверное. Тык-тык-тык-тык-тык. И своим суперударом. Крыску же-то получается захватить. О! И мамашу крысу. А, ну и пускай стоит. Ой-ой, боем сейчас свяжет. Мразота. Ладно, я сейчас на мамашку крысу. Сначала пойду. Так, защита, отражение. Ну, давайте повысим. Раз такая пьянка. Так. Так, так, так. И что можно будет похилять? Ты готов? Отлично.
Хорош. Ну и все. Так, вот вторая пошла. Ладно, у меня там есть. Кто справится с ними? Так, нарисает новых. Ох, ёпра, что они вылазят. Так, одному чуваку, походу, не сдобровать. Не-не-не, подождите. Если вот так вот. Неплохо. Отойди, мерзкое животное. Текс. Так, вот теперь вот этому нужно мужику убить эту крысу. А, не эту, бля. Или эту, не, это нормально все. Все. Танкуемся тут. Дефаемся тут, а. Все нормально. На что можно будет и похилять. И все, что нужно сделать. Нужно это убивать в любом случае. Подойти, ну ладно. Знаток щитов. Так, давайте, пацаны, всем. На тем раз. Хилять. Ладно, сейчас я этого секану. Хильну. А, не, не получится так. Так, а этот с вилами. Ладно, пока так. Еще вызовет. Еще эти штуки надо убивать. Чумной нарост. Она его бьешь. Чумной нарост. Крыс убить. Не прибил ни одного собака. Так, Аня. Тебя не отпустят, да? А ты можешь. Дай тебе толку. Ты давай. Так, надо походу меняться местами. Так. О, пускай обходит. Ё-моё. Окружают, пацаны, окружают. Как не в себя. Так, я могу, могу, что я могу. По крыске и вот по этой. Отлично. Давайте сюда подойдем. Еще по крысятине. О, камушку хоть одну убьет.
Так, если я вот этой фигней. Так, уйти бы куда-нибудь в сторонку. Что-то тетка нужна. Ё-моё. Так, берсеркер. Окружают как только могут. Все, крыса сдохла. Так, пацана надо уводить. Нужно секануть крысу. Ага, увел. Сколько у меня осталось? 17. Ё-моё. Чё? О, прибил одну. А, я должен эту... Вот это сейчас они меня захерачат. Фиги тут хоть крыс. Сюда вообще что-нибудь массовое такое кинуть. И лучника бы накрыть их. Так, нет, давай. Блин, берсеркера надо хилять пацана, убьют же. И уводить его. Так, 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 так. Чё, отхиляем? Слабенький хил, конечно. Тебе до крысы не добраться. Так и знал, что надо было караулить место там. Что она сама сдохнет. На ней яд лежит. А, и на нее яд подействовал, походу. С этих тут крыс. Так, я могу секануть и отступить вот сюда. Все, все, что смог сделать. Еще призывает. Ну давай, ядом ее. Отлично. Королева, выводка мертва, крысы в панике бегут. Да, жестко я
чинить все, исцелить всех. Нифига себе, глаз какой-то. Все забрать. Продолжить. Так, надо сразу сюда куда-нибудь спрятаться. Так, в лагерь. Надо починить все, что можно. Починить и повысить всех, кого можно. Так, что у тебя можно? Воля, критический удар, плюс один движение. Давайте вот это. Криты. Когда атака попадает по нескольким противникам, вам дается один. О! Отлично. Так, ну и починка. Кстати, у нас тут что, ей нету больше ничего. А, еще тут. Назначить капитана можно. Так, а что у тебя тут получается? Ладывает на всех бойцов в области эффект яд. Заставляет врагов сражаться в этой области и отступить. При этом они провоцируют атаку от своих соперников. Совершает дополнительные атаки. Сражаться в этой области. Блин, яд, либо это. Ну, давайте вот это отступить, интересно. А хотя, подожди, это что это? Дымовая завеса. А, ну, бывает нужно. Так, телосложение, да. Подъем и здоровье. Критический удар. Давайте вот это вот. Отлично. Так, что тут? Так, назначь капитаном. Будешь капитаном у нас. Так, ну и починить тебе броню. Так, починить. Да, жестко с крысами, жестко. Ну все, а ты чё? Чумная рана, исцелить. А. Это нужно другое зелье, походу. Ну ладно. Другого пока нету. Так. Ну что, возвращаюсь, сдам квест. Потом уже буду заниматься другими делами. В принципе, на сегодня уже хватит. Два квеста. Так, ну это пацаны. Можешь вам продать за 50, купить меня. Уйти. Возвращаюсь в город. Да, нужно еще будет еды купить. Ну это ладно, это успею. Можно даже у этих, наверное, торгашей купить. А, не, у них какая-то барона броня 20. Ну такое не. Так, вот тут вот что-то за гарнизон, кстати. Теперь не страшно заходить. Какой-то лучник есть. Можно дрова какие-то нарубить. О, повысился уровень у него. Так, ты чё? Ну ладно. С тем пока не буду разговаривать, тут походу квестовый какой-то мужик. Так, ну чё, я теперь не в розыске. А, ну подождите, надо кое-что сделать. Первым делом сохраниться. А то мало ли всякое может быть.
Ну, не нападают, нормально. Так, а у вас что можно? Ну, еда у меня пока есть. Чумная кожа. Не хотите чумную кожу купить? Если украсть. 55-90, о, не. Оно того не стоит. Лучше вот этих трупаки обыщу. Какую-то куклу взял. Дровишки. Кто-то гоп-стопнул ребяток. Да тут что такое? А, это рыбалка. Рыбалка не нужна. Да, по квестам ходить это такое опасное на самом деле. Профита мало. Ну, точнее, не по квестам, а по заданиям таким вот. Деньгу не поднимешь. Ну, это пока я еще слаб. Вот. Так, ну все, награду нормально получил за крысу. Есть какие-то убить еще какого-то с отрядом чувака убить. Ну и керамику эту. Неплохо, 500. 500, 500, 500. Бабла. Пути. Знание получено. Сейчас поведено в розыске. Заработаны титулы. Нормально. Так, ну что, друзья. Всем спасибо, что смотрели. На этом все, пожалуй. Неплохо сходил на квест. Выполнил небольшой такой квест. И с крысой посражался, конечно. Крыса опасная, но что делать? Что делать, собственно. Вот, и поднял бабла. Тоже неплохо. Хотелось бы лучше, но что есть, то есть. Все, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Ну и, друзья, и заходите на наш сайт. Всем удачи, всем пока.